Едем. Погнали, быстрее, быстрее отсюда. Вот плот. Ты где? Кажется, она утонула. А, ты выжил. Печально, да? Всем привет. Всем привет. Фэмили на связи. И сегодня у нас прохождение карты под названием «Вернуться домой». Кажется, так я ее назвал. Наверное, сейчас, секунду. Звук проверяю. Нам нужно вернуться домой. Давай смотреть, что тут есть. Здесь есть карта. И на карте какие-то штучечки. Посмотрим, что есть по сундукам. У меня есть железо, свечка и рагу. Что у тебя там? У меня есть две удочки. Железная лопата, саженец дуба, загадочная рагу, магновый лю. Зачем он нам нужен? И битрейд. У нас есть битрейд. Книжка? Прочитай, что в книжке. У меня тоже одна книжка. Люк, я оставил для тебя подсказки, чтобы вернуться домой, и мой дом, ваш дом. А почему ты прочитала для тебя подсказки? Люк, я оставил для подсказки. А тебя где тут? Ладно. А как прочитать? Для подсказки? Да. Я оставил для подсказки? Для подсказки. Люк, тогда... я оставил для подсказки. Так, Люк? А, Люк! А я... А знаешь что? Имя я подумала, что это. Давай еще раз. Надо написать магмовый куб, Люк, то есть я оставил для подсказки, чтобы вернуться домой. Мой дом, ваш дом. Так, у меня есть книжка, тоже подписана от Битрейда. Меня зовут Битрейд. Если вы читаете мой дневник, а меня нет рядом, значит, мне не удалось вернуться домой. Мой плод и все содержимое теперь ваше. Надеюсь, у вас получится вернуться домой. Это наш битрейд? Потерялся? Наверное, это очень грустно. У меня, кстати, с собой есть сток сена, подзорная труба и печка. У меня вот. Главное, что я прям на люке и застопорилась. Типа я такая, зачем нам нить? А именно, зачем нам мангровый люк. Да? Итак. Куда идем? У тебя есть подзорная труба. Посмотри, куда мы идем. Она легче не идет. Ну вот я вижу вон там, это, наверное, один из крестиков. Поплыли? Вон там корабль. На какой поплыли? Ну туда прямо. Погнали. Просто плывем? Ну естественно. О, там столько магновых... Этих пузырьков, короче, типа. Ну, подышать. Я не знаю, как вернуться домой. Давай смотреть, что он. Карту же он не просто так оставил, наверное. Он там умер. Куда мы идем? Как ты так быстро поплыла? Я в шоке, девочка. А что там горит? Блин, тут везде эти. Нам вниз надо спускаться? Но тут главное, что дышать. А вон сундук я вижу. Меня притянуло. Ты где? Ты живая? Я подышал. Так, в сундуке есть золото, кремень. Опа, у меня мало кислорода, это следующее. Забери, что там еще осталось. Обсидиан. А вон там еще дырка. Подожди, посмотрим, что там. О, тут можно дышать. Ого, ого. Это он проковал себе ход. А есть дырка? Может, надо будет нам добыть? Блин, железо, надо помнить, что тут куча железа. Смотри, ну тут не хватает два. У меня есть один, ставить? Ну ставь. Получается, нам еще один надо где-то добыть. Наверное, он пытался сводить, но не удалось. Не получилось. Ну, короче, тут есть еще железо, надо запомнить. Правда, у нас даже дерева нет. Ой, какой быстро. Нам надо как-то добыть дерево посреди океана. Есть варианты? А разве у нас нет дерева? А, у нас земля есть. Интересно, зачем земля? Тебе что нужно? А, у меня же 5 дерева! А вот зачем земля? Ну пошли погнали. Около плота построим тогда. Да. На дерево будет долго расти. 5 лет. А костной муки нету? У меня нету. Конечно, много. Это шутка. Угу.
Если что, это шутка, все поняли? Блин, почему я еле плаваю? Ты что, океан не плавучий? Не так надо. А земля должна, ну, поливаться? Нет, дерево, у дерева же просто так. Тогда отлично. А тут один блок будет. Ну, ну вообще, не хватило. Вообще, вон же, там же корабль. Можно просто у корабля деревяшки добыть. А зачем нам тогда деревья нужны? Не знаю. Я там. Можете меня не вталкивать, мисс, пиздить. Пошли на корабль, сходим. Погнали. О, рыбки тропические. Ну, чем красиво. Было бы ведро, чтобы пожрать. Кстати, насчет еды. Кстати, надо эти ламинарии добыть. Чтобы их пожарить, чтобы еда была. Идея не блин, это как не заправить. Так, ну я мастер разбивать блоки на лету. Пока ты ламинарий собираешь, сейчас сделаю. Запрыжок. А то у меня уже один был. Как долго дерево рубится? Yes, я смог. Да, ну, что, а у тебя там ничего не было в сундуке? Ну, топора хотя бы. Спасибо за меня. У меня это лопата откуда? Почему лопатой? Топора не было? Нет. Три лопаты, прикинь, у меня. Ну, будем копать. Ну, он какой-то, ну, немножечко непонятен. Ты мне уже пошла почему? Вниз смотри. Чё вниз? Нет, я собираю ламинарий. Что нам пожрать можно было? Сколько 64 собрала? Много перышек. О, еще один обсидиан, кузнецкий собор. Ну, вот вообще супер. И бумага. А тут что? О, пшеница. Ну, даже броня есть, мне пойдет. Ой, главное мне выжить, главное мне выжить. Но для инструментов я дерево добыл. А что нам надо сделать? Домой вернуться как-то. Я не знаю, где. Вау, чуть не сдохла. А сейчас еще и ночь, сейчас же тут еще есть куча монстров будет появляться. А почему в воде они разве появляются? Утопленников в куче в теплом океане. А у меня еще жизни не восстановится, потому что я сейчас. У меня есть еще есть суп, я могу тебе дать что-то. У меня тоже есть загадочный рагу, но там же неизвестно, что из него выпадет. Но она в любом случае жизни-то чуть пополнит. Ну просто на плоту надо сажать, чтобы если вдруг все плохо, сдохнуть на плоту. Надо поставить печку, надо вернуться. У меня уже есть печка, пошли. А у тебя есть что-то, что можно поджечь? Там же костры. Я дерево взял. Нет, костры. Нет у тебя ничего такого? Если бы было кусок железа. А, да! У меня же капельки железа, я могу зажигалку сделать. Ну вот, вообще шикарно. Смотри, сейчас и подожжем костер, и там вообще никто не будет появиться. Это же костры. Так, сейчас тогда делаю. Ну, давайте верстак. Этот момент вырежем. Ты сам эту карту делал? Делай верстак. М? Да. А куда верстак поставить? Вот сюда. Ну, вот сбоку. А. Угу. Так, а где железо? 18. Для чего столько? Два. Книжку открой. Что ты книжку не откроешь? Ну, типа я показываю свое мастерство. Тебе тоже нужна зажигалка или не тратить столько железа? Не, не надо. Пока не надо. Ничего. Какой костер? Посередине, чтобы был свет равномерно распространялся. О, вообще, и тут монстрики не появятся. И ламинарий на нем можно жарить. Давай два костра и кидай ламинарий. Как? Дурак? А как? Офигеть, я прямо... Я откуда знала-то? Ты знаешь, в чем преимущество костра от печки? В чем? Печку надо уголь подкидывать, а костер бесконечно жарит, но по 4 штучки. Будешь? Тут последние две. Не, ешь. Фух, успел. Так, я слышу мистера Крикина. Леду можно добыть так.
Так, на всем рагу. О, на тебе одну броню. Блять, не умерла. У меня будет шапка. Проклятие несъемности, офигенно. А у тебя как? О, костер, пожар. Проклятие несъемности. Ставь еще костер. Так, о, рагу. Кстати, а я возле рагу? Пожарится, интересно, Коль? Нет. У меня прыгучесть. Рагу дало прыгучесть, но я не понимаю. Я высоко прыгаю? Не надо скинуть. Чего? Мне что-то плохо прям. Помогите. Я упал. Я упал, и мне по башке дали. Так, еще у меня было один сено, и я еще в этом нашел сено. А как его забрать теперь? Оно выпадет, видишь, вот. Из этого. Ну, сейчас подожгу, придется жарить. Так это не блять! Но я да, это и пришел. Там ламинарий, вон. О, на половинку батонов. Ты такая вообще бесстрашная. А что они мне сделают? Они тупые. Откуда у тебя хлеб? Ну, я сено нашел в корабле и переделал на хлеб. Ну, не тратился. А все это весь ламинарий? Нет, конечно. У нас столько печек, мы жарим. Бля, то там еще. Пойду поджигал. У нас что-то прям плод гореть начинает все больше и больше. Я что-то возьму. Так, ну у нас есть еще один обсидиан. Не знаю, мне кажется. Ладно, я буду таскать всякую фигню. Но тут куча. А, у меня еще есть два рагу. Давай я тебе одну дам. Зачем я подняла твою? Так у меня есть рагу, мне не надо. Ну, пусть еще, у меня уже рагу, хлеб и 6 того, что ты жалко. Собери со своей стороны. Собираю. Бля. Что? Это не... Я, блин, собираю и его же трачу. Надо это еще поставить, что-то это. Только ставь, только где-то в середине. Ты с краю ставишь, они в воду падают. Я вот стою, жду, пока она поднимется опять. Нет. Ну именно поднимется. Нет. Ну вон они, видишь? Далеко как с краю костра. А, ну я уже поставила. Ну, я так, а как их потушить? Сломать только? Ну, водой можно. Но у нас нет ведра даже. Да? Нет. Отстань, пойди отсюда. Пойдем. Для лопаты же есть. Я могу только... Ага, поймал. Отстань. О, вон еще выпало. Лишь бы никого не было с этим. Это я что, зажигалку выкинул? А чё, сколько я должна его раз ударить, чтобы убить лопатой? 50? Я не знал. Да сейчас днем они спустятся вниз, потратим чудо. О, у меня еще есть 6 карташинок. Пожалуй, карташин. Кто это? Да что ж ты так пугаешься-то? Так как будто я горю. У меня просто вообще никакого оружия. А, картошечка. Сейчас пожар, ну день наступит и пойдем тогда туда вниз, там добудем железо. Зачем нам железо? Ну нам походу ват идей, мне страшненько ват железо. Зажигалка у нас все равно есть. Зачем нам железо? Там воды никого, думаешь, нет? У нас даже ничего золотого из брони нет. Ого-го, еда, еда в канал. А если вот так попить, не дадут? Там картошка валяется. И вон еще что-то. Ну, винария давай. Почему костер выплевывает? У него своя манечка. А чё, что он должен сделать? Не знаю, что-то кушать. Там крипер появился, жесть. Ребята, вон, смотри, у меня стоит. Как дела, братиш? Нормально? Блин, это минус проблем. Ну нет, мы просто по низу поплывем, уже воду не будет. У вас как молодой человек дела? Вы в курсе, что этот плод занят? Он тоже хочет на этот плод. Ну, поднимайся, будешь нашим королем. О, картошечка. Да будь просто так сразу снимать.
У меня нет топора. А у кого есть топор? Рука добывает, добывает. Так, я точно все? Ты все бочки кинул? Вроде бы, да. Я все поставил. Да пустые, пустые. Это перепроверка мать учения. Что-то будет, что ли? Дебил. Дебил. Меня сейчас убьет. О, у меня жизнь отнимается, меня кто-то кидает что-то. Какая ты... Что? Ненавижу тебя. Кто все кидает? Не знаю, у меня два сердечка осталось из-за тупизма начальника. Все ты делал, что это я начальник. Ты меня толкнула. А я-то при чем начальник? День. Так, господи, его что нельзя перепрыгнуть-то? Мозг валяется еще. Ух, твою мать, какой ты быстрый. Что, под утро быстро встать? Да ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой, мне плохо. Я тебе чё? Это же ты тут пихутишь. Они просто очень быстрые какие-то. Сейчас этот день настанет, они... Я не могу запрыгнуть. Они утонут. Ёб твою мать. Ребята, я просто еду взять. Тоните уже, ребята, тоните. Ну, можно идти, в принципе, я не знаю, будем ждать, пока все дожарится. Ну, последняя партия осталась. А, угу. Я посмотрю, клиент наш. А, он, кстати, не спавнился. Криперы исчез. Сука. Ну, и... Четыре, прикинь, осталось. Еще одну, один быстро. Блин, вообще так дымно. Прям воняет. Прям в мою сторону летит. Куда бы я ни пошла, в мою сторону. Так прикольно. Почему на бочке не нужно прыгать, чтобы запрыгнуть? Там прям в середине. Ебать, это бесит меня. А почему у меня нет звука урона? Извините, пожалуйста. Ну, у тебя нет, я только что был звук урона. Да, ты слышишь, а я почему-то не слышу. Вот я не слышу, как я ем. А, все, понял. О, вон еще кусочек. Что там у тебя? Мы можем уже сваливать? Да. Ты уже целый стак нажарил. Разве? Тебе нужно? А, ты тоже уже? Офигеть. Я же беру, поджираю то, что... Тогда погнали. Ты вперед, потому что у тебя оружие. Или ты уже сломал? Ну, нет оружия. Лопату сломал? У тебя, кстати, есть золотая броня, хоть ее надень. Да, я только что хотела ее надеть, не могла. Я думала, доплыву, надену. Я успел. Умничка, умничка. Тоже успел. Так, отлично. Но у нас особо нет факелов. А ты можешь? Ну поставь обсидиан. В броне не мельчишить. На свой обсидиан. Нужно хоть какое-то оружие хотя бы мне. Да ты опять! Вечно перед глазами своими широкими плечами. На кирочку тебе. Thank you very much. Я добрал? Да. Такое. Только сначала на камень добыть. Тебе нужна лопата? Нет, ну, не вкладывай. Ты добывать, да? А не каменный разве? Я каменный добываю.
Фух, я думала, ты... просто делами ты занимаешься? Да я вот, ну, чуть не добыла деревянный коль. Ты вот, ну, следи за мной. И пичка. Твердо с собой нельзя, да не знаю. Так, а сколько надо на этот? Ну что, я тебе скажу, что... Я знаю. А у меня есть дерево, нужно дерево? У меня куча дерева. Ну вот, Саша. Ага. А на зачем нам удочки? Кстати, эти сейчас одну. Ну, должно, а зачем нам? Мы могли сделать кровать! На же нити были. Ну, видишь, у тебя были нити, я не видел, что у нас. Хотя бы по мечу сделать, и тогда идти не с камня же мечу. Почему на одну шерсть, ну, две шерсти сделал... не хватает? Я уже сделала. Нельзя, да? А почему нам не хватает еще на одну? Ты откуда я знаю, что было в сундуке, то было в сундуке. Ну, математик плохой. Не горит, не горит. Свечка, куда нам ее вставить? А зачем нам свечка? Рыба умирает где-то. Серьезно? Да, серьезно! Хватит. Хочу посмотреть на это. Подожди, умирай! Где ты умираешь? Я попаду один. Ну, наверное, в какой-то камень был. Ну, естественно, но я хочу посмотреть, где он умирает. А что вот это за пещерка? Ой, я кто-то умираю. Я Я застряла. Да, я застряла. Ну, ты не сдохнешь? Нет. А, какой я дебил. Можешь дать свой нагрудник? Почему дебил? Утопленник ранен. Ты придешь сегодня? Да. Утопленник. Давай я тебе дам этот зверя. Я тоже хочу посмотреть, как утопленник наблюдает. Извращенка такая. Я тебе дам золотой шлем, а ты мне нагрудник. А я тебе железный нагрудник дам. Я хочу нагрудник себе, забирай. Ну, я не могу надеть шлем. Я сейчас нагрудник сплавлю. Ну я ну, буду вообще дебильная. У меня вообще брони не будет. Так я тебе сейчас железную броню дам. Да забирай все, что хочешь. О, умер. Зачем ты мне булочку дал? Ты где вообще? Я? На меч тебе. Сижу в углу. Потому что меня все забрали. Не все, не все. Зачем магновый магн... Короче, вы поняли? Но в книжке было написано, что... Люк, я оставил для подсказки. А, люк я оставил для подсказки, чтобы вернуться домой. Мой дом, ваш дом. Да, как это слащаво. Извиняюсь. На, держи. Да, Скотт. Ну, практически то же самое. Ну, ладно. Ну я не виноват, что я дебил и надел кожаные перчатки. Все готово? Я не знаю, что там нас ждет. Я не знаю, что нас там ждет. Ты боишься? Ты боишься? Я боюсь, ты боишься? Я боюсь. Я боюсь. Ты не знаешь, что нас ждет там? Серьезно? Это так задумано? Что это такое? Люки. Может быть, по люкам надо возвращаться домой? Слушай. Вон там впереди еще люк. Ну, пойдем. Ну, наверное, так помечал. О, огнево. Ебать, беги! Дебил! Ты умрешь? Не ебу. Он еще и проходит четко. Я его убью, подожди. А, он тебя только заметил. Ко мне идет? Все, я его убил, возвращайся быстрее. Стоит, сундучки смотрит, блин. Сундучки. Я слышу, как он идет. Так, пойди, я восстановлюсь, потому что я второго такого не выдержу. Это очень неожиданно. Я тоже. У меня есть только белая шерсть. Но нам нужно три. Он, в принципе, если вот так... А ты мне не сделал железную кирку? Ой, железную, где эту, каменную? Не знаю, я думал, ты себе камень накопала.
Я ерундой там страдала, камень накопала. Ты смотри, что плавай, не заливы. Ух, ебать, я обоссалась. Это можно я посмотрю? Посмотри, посмотри. Не, выйди, а то я могу обоссаться. Мне кажется, ты так сейчас обоссышься. Ой, неприятненькая ситуация. Да? Ну все, в принципе, я готов, я выживу еще, если вдруг что. Еще один хлеб съем. Сундуки все забрала? Я вроде бы да. Там было что-то полезное? 5 незернаростков, золотой конский броня. А незернаросток можно есть? Нет. Так, ну этот бесстрашный. Вот еще один битков я убил. Блять, какой звук. Ты думаешь, что он не тебя не слышит? Написано выше. Люки. Ебать, вот этот звук мне очень не нравится. Почему я не попадаю по люкам? Что там? Я не могу, да, открыть люк, пока лежу на приступ. Если я упаду. Я буду за тебя молиться. Вот если я упаду. Как это страшно! Капец. Уже да. Закройте эту воротину. Я вообще чуть не умер. Это паркур, молодежное движение. Особенно, когда внизу такой ужас. Сполох! Ну давай вот туда. До поворотика добежим, до поворотика добежим. Он уже нас заметил. Поворот, спрятались. Ты не спряталась? Еще пробегаем, еще пробегаем, еще пробегаем. Спрятался? Да, и... ты там пробежал. Прямо иди сюда. Нам по-любому надо мимо него бежать. Вот люк. Следующий. В его стороне почему? А может вот сюда идем? Иди сюда, прибеги ко мне. Там у тебя со спиной! Там целый рассадник с полохом. Тебе есть чем застроить? Чего застроить? Вот эту херню. Так ты имеешь в виду? Да. А еще я слышу скелета. Пошли сюда. Ну, вон та история. Вон он. Я не знаю. Подожди, я чуть-чуть стоишь, не знаю. Бля! Ты это не подразумевал, да? А ты где? Что за деревня ты? Ты где? Я же должен, а где? А какая там точка? Куда я падаю вообще? Где я, блин? 1339, все верно? А, все верно? Блядь, я не могу ничего сделать. Что там костры? Горят костры, рябина. Так не... странно, что ничего не прогрузилось, а я уже... Ну, ну... Можешь сказать, 1300, что там? Че? 1391. Сорви. Прикинь? Так, отсюда запись продолжаем. Продолжаем? Так, нам надо вернуться. А где? Где еда, блин? Ну хотя бы хоть что-то здесь ли наставил, или? Ну, я да, здесь... все, помчались. Мы вдвоем продумывали. Мы вдвоем продумывали, не продумали, продумывали. Надо было хоть тут удочки оставить, мы рыбу половили, блин. Все видно. Да у нас там все! Все, что мы накопили только что. Я вижу плоть. Если что, у нас есть две плоти. А, это рыба, которая умирала. Ее вроде можно есть.
Huh.